В самом начале проекта Маргарита Дробязко и Александр Дьяченко исполнили цыганский танец. И время показало, что они 100% угадали. Рита с Сашей созданы для этого танца, а танец словно создан для них. Скучаешь, красавица? Ребята катались, я подумал о том, что остается за кулисами проекта. А за кулисами колоссальный труд. Я вспоминаю, как и в 2, и в 3 часа ночи они продолжали тренироваться, оттачивали мастерство и доводили каждый свой танец до совершенства. Поэтому неудивительно, что Маргарита и Саша стали финалистами нашего проекта.